Give it to me like... Всем привет, вы на канале Загородная жизнь 43. Меня уже давненько тут не было, порядком, наверное, месяца 4. И сегодня хочу выпустить небольшой такой ролик. У нас минус 19 сейчас, достаточно холодно. Ехал я сюда для того, чтобы разгрести снег и подготовиться к теплу. Как снега много, тут открытое поле, наметает снег. И хочу разгрести, чтобы когда снег таять начал, дорога просохла и свободно можно было заезжать, выезжать. Вот, можно было нанять трактор, ездить бесплатно, трактор гребет. Нужно звонить, но так как сегодня суббота, они навряд ли поедут. Если будет холодно, то оставлю, потом позвоню и трактор приедет, разгребет. Вам всем приятного просмотра, погнали. В общем, друзья, попробовал грести лопатой, это вообще что-то с чем-то, потому что снег слежался, там 2-3 слоя, грести вообще невозможно, лопата не лезет, короче, очень тяжело. Сейчас позвонил в диспетчерскую, заказал трактор, чтобы трактор приехал, все разгреб тут. Не буду мучиться уже лопатой, пускай трактор разгребет и все. Надо, чтобы дорога просохла. Когда снег таять начнет, нужно заезжать на участок. Очень холодно, минус 20 я сейчас посмотрел. Сейчас ждем трактор, трактор разгребает и уезжаем домой тогда. Трактора до сих пор нет, прошел уже час. Позвонил водитель трактора, он уехал куда-то не туда. Звонит, потерялся, не знаю, куда ехать. Вроде всегда они здесь гребут. Сегодня, не знаю, видимо, водитель другой. Сказал, через полчаса будет, так что ждем.
трактор приехал, все разгреб, тракторист молодец, красавчик. Разгреб все без лишних вопросов, все как надо сделал. Трактор бесплатный, ни копейки денег не платил. Приехал, сделал свое дело и уехал. Вот, сейчас все разгребли, все хорошо стало. Сейчас солнышко вот светит, тепло на улице стало. Будет таять, растает все, подсохнет. Будем заказывать машину сюда, буровую. И будем бурить скважину. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Пишите комментарии. Я для вас сегодня старался, хоть и не информативное видео, но я старался что-то записать. Так что до скорых встреч. Всем пока.